Всем привет, добро пожаловать на канал Плейтхом. Мы с вами продолжаем прохождение Калиста Протокол. И в конце прошлой серии мы добрались до изолятора, но только оказалась маленькая проблема. У нас там закрыты двери, поэтому забрал предохранитель и погнали наверх. Будем сейчас эту всю фигню активировать. Так, а у нас еще здесь лежит бедолага, да? Ну-ка давай его проверим. Вырежем у него морд, в любом случае он ему больше не нужен, да? Татх Сон его зовут. Ну давайте посмотрим, что он из себя представляет. 188 сантиметров рост, 84 килограмма. Во время обработки Сонг напал на двух членов картеля Лазоса, потребовалась их госпитализация. Рекомендуется использовать систему кинетического управления камерами для всех перемещений внутри изолятора, чтобы в дальнейшем избежать инцидентов с заключенными, обладающими подобными габаритами, темпераментом и количеством судимостей. Угу. Ну, кстати, он внешне очень необычно выглядит для всех остальных, да, заключенных. Он прямо какой-то якутца, куча татуировок, весь в шрамах, разорванные уши, смятые уши, губы, минус глаз. Плюс он такой у нас, ну, он азиат. Это, да, прямо очень сильно выделяется на фоне всех других людей. Окей, значит, что касается предохранителей. У нас они есть, так что сразу втыкаем первый сюда. Так, а второй, о, у нас еще есть ящичек. Ну, естественно, у нас инвентарь полон. Блин, такое ощущение, что вот у нас некуда ничего загрузить. Сумку бы прикинулись, не знаю, там, рюкзак. Хоть что-нибудь полезно. Используйте силовую перчатку, чтобы охватить врагов. А, да? Дверь не откроется, пока цикл подачи питания не завершится. Готовься драться. Товарищ, я понял. Я тебя понял, игра. Ни хрена себе сказал. Слушай, ну с такими темпами перчатка прямо начинает играть другими красками. Давай, 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 у тебя получится. Почти. Просто его подтянули на эту фиговину. Бедолага. Просто бедолага. Ах, зараза. Туда. Ну-ка, забираем. Ну, вот так можно экономить энергию, да? Все, никого больше. Нам можно идти? Нет, двери заперты. Что там у тебя было? Тюбик. Пусто. А, нет, кредиты были. Так, в эту сторону все шушом. А, вот он. Туда идешь? Его аж отбросило, офигеть. Ну и ладно. Первый. Второй. Прямо морда в эти барабаны, а? У нас тут прямо мясная кухня, мясной цех, ё-моё. А мне это нравится. А мне это определенно нравится. Так, я готов здесь хоть час стоять. Куда ты идешь? Туда. О, в броне. Ты смотри, он был. Ой, как он сел. Бедолага. Вроде все. Так, отлично. Поищи диспетчерскую. Нужно вращать конструкцию, чтобы добраться до нужной камеры. Это мы все пособираем. Им в любом случае это больше не пригодится. А у вас тут как бедолаги дела? Кредитики. Он прямо ногу на ногу положил. Ты посмотри, а. Теперь нога отдельная, а он тоже. А у второго товарища... Второй товарищ. Но у него ничего нет. Он, интересно, руки свои тянет, а? Он странный. Ладно. Что у нас здесь еще есть? Так, да, ящик. О, это нам нужно. Инъекции нам всегда нужны. О, боже. Боже, сколько раз я говорил, серый, не выходи. Не откройте долбанные двери до тех пор, пока у тебя не будет оружия в руках. Ну что за фигня? Вот такие случаи будут постоянно происходить. Чисто? Вроде да. Это что у нас здесь? Заперто. Заперто, заперто. Ну понятно, мы в самом низу, да, и лестница у нас единственная ведет наверх. Других вариантов нет. Окей, погнали туда. Я вот смотрю на принтеры с расстояниями, все время почему-то напоминает этот бургер. Вот я не знаю почему. Так, маркер я вижу. Давай посмотрим, что мы здесь можем сделать. У нас 395 монет. А мы можем что-нибудь продать? Продать что-то можем. А купить? А купить, наверное, я предлагаю сделать улучшение энергоемкости. Он пока будет слабый. Увеличит максимальную энергоемкость за счет периферийных емкостных элементов питания. Да, нам надо больше питания для перчатки, 100%.
Давайте это сделаем, давайте напечатаем. А, это чип печатается? Я думал, у нас перчатка будет печататься. Ну, как и автомат, как наш пистолет, это вся эта ерундень. А он, получается, делает небольшой апгрейд исключительно здесь. Ладно, больше у нас кредитов ни на что нет. Смотрим, что здесь еще интересного для нас, полезного. Так, я вижу, там что-то нас моргает, сейчас заберем. Ага, для продажи. И еще есть тела, да? Плюс парочку кредитов. Предлагаю, наверное, тогда сразу продать этот самый, как его, ну, вот этот энергоэлемент. Он нам не нужен. И чтобы наше место не занимало. Продать. У нас 231. Купить и... патроны только разве что. А у нас что там по патронам? Почти что 20 штук. Думаю, наверное, пока оставим, да? Или взять. Дело такое, конечно. Наверное, возьму патроны. Без патронов плохо. Лучше, как говорится, перевздеть, чем недобздеть. Правильно? Забираем. Вот теперь мне явно комфортнее. Личные данные нет, патроны... С патронами все ок. Все, готово. Ладно, все готово. Теперь идти к панели управления, открой камеру. Уже иду. Прикольная такая ротация сделана, да? Кстати, там в Корее, в Японии гаражи такому же принципом работают. Есть такие вот... Боже, я застрял. Есть такие роллы. Подходишь, тачечка твоя выехала, гараж отъехал, ты все. Все довольны, у всех свое есть местечко. Но это, конечно, такое некое будущее. Естественно, никого этим не удивлю, но такие вот элементы присутствуют. По-моему, даже в Китае, если не ошибаюсь. Оу. А там у нас, я вижу, да. Там у нас мистер Здоровяк. Слушайте, ну его, наверное, мы перчатки не поднимем. Мы с ним уже один раз с вами встречались. Блюется, да? Предлагаю его просто отсюда развалить. Хедшот. Ну, почти хедшот, если учитывать, что тут факт, что головы нет. Не подходи. Ты странный. Не мучайся, не мучайся. Что там у тебя было? Патрончики. Бог взял, Бог дал. Ты что, все поверил? Так, ну и что нам здесь надо еще сделать? О, огненный пирожочек. Куда тебя? За пределы. Освободите заключенного. Так, это замечательно, здорово, но все равно их надо убивать, потому что мы в них теряем какие-то вещи интересные. Патроны, здоровье. Хотя, с другой стороны, мы зато и не тратим здоровье, чтобы нам его собирать. Логично? Логично. И где эта штука у нас? Так, освободите заключенного. Что-то я ни одной точки не вижу. Прямо ни одной. Так, ну у нас вращался этот барабан, да? А, вот вижу. Нашел. Работает. Хорошо, сейчас буду. Элис, ты уверен, что нужна? Вытащи меня, эй, ты! А что ты тут делаешь? Что за хрень вообще здесь происходит? Ты знал, что это она? Так ты, мы ее искали. Слушай, я просто знал, что она может нам помочь, ясно? И зачем мне вам помогать? Я здесь вечно сижу, я об этом месте все разузнал. Я могу добраться до ангара. А ты, вызови шаттл. А он может его пилотировать. У нас получится, нужно просто держаться вместе. Спасибо, попытаюсь счастье иначе. Хочешь совет, а? Не доверяй ему. Он не тот, кем кажется. Внимание, идет аварийная блокировка. Черт, Элиас! Клянусь, Джейкоб, я не знал, кто она. Я думал, тебе об этом месте все известно. Ага, я тоже так думал. Что теперь? Ты не выйдешь, пока камеры не перестыкуются. Это значит, что я могу сесть на трамвай, а ты нет. Понял. Ничего, нужно, чтобы ты отправился к переработке отходов, а оттуда свяжись со мной.
Передача данных завершена. Постой, что за черт? Просто небольшая мелочь тебе в помощь. Доверься плану, ладно? До встречи. Господи, я смотрю на нашего главного героя. Реальный бедный мужик. Из одной беды в другую. Какие-то подставы, какие-то непонятки. Покой только снится. Хотя, наверное, даже и не снится. Мы вообще, по-моему, не спали. Сон это дело такое. По-моему, это вообще, в принципе, отсутствует. Ой, надеюсь, рано или поздно мы выкарабкаемся из этого звездеца. По-другому это не назвать. Ну, кстати, как минимум из трубы мы уже выкарабкались. Можно передохнуть, да? Боже, я сказал передохнуть, где я хотел. Ну, ё-моё, мужик. Ну, что за фигня? Я просто хочу немного, блин, отдохнуть. Понимаешь, мне нужен выходной. О, все, сейчас запачкался. Только постирался недавно, ё-моё, да? Ладно, давайте смотреть, что у нас здесь есть. У нас тут есть вода. Вода. А, ну, вода, да. Так, у нас тут есть вода и больше, походу, ничего, да? Я так полагаю, нам сюда? Оо, серьезно? Вот эти мелкие какашки ползающие, ну я понял, да. Они вот приставучие, мягко говоря. Вызываю трамвай. Придется прократься обратно тем же путем, которым пришел. Поищи вентиляционное отверстие в дальнем углу. А еще приставучие их мамаши, если так можно их назвать, у которых башка на кишке. Помните, мы с вами в прошлой серии с ними уже познакомились несколько раз. Так что надо держать ушки, как говорится, на макушке. Надо с расстояния с ними сразу вопрос решать до тех пор, пока они нас не заметят. Потому что потом уже будет поздно. Но мелкие... Так, здесь, наверное, лучше прыгнуться. А, мелкие уже здесь, да? Мамашу вижу. Кто-то идет со спины. Мне показалось. Ну ладно. Ну а что мы передавим? Да блин, передавим, сначала туда перелезем, а потом их передавим, да? Вот так вот. Вот так вот. Ну, хоть раз что-то дельное из вас вывалилось. Какие-то пустые мешки абсолютно. О! Я так полагаю, нам сюда. Хотя тут вариантов немного, игра максимально коридорная, поэтому тут особо даже-то и с пути не сбиться. О, я вижу там эти мешочки. Да, пополз. Все? Нет, не все. Все? А мамаша где ваша? Мамашу не вижу. Ах ты, зараза! Ах ты, маленькая какаха, а? Мамашу вижу. Этих давим, пока они не вылупились. Ну их нахрен. Добиваем. Шикарно. Главное не спешить. Слушай, кстати, по стенам они идут, да? Мы с вами видели только, как они идут по полу, по земле. А вот вопрос, они могут еще висеть сверху? Если смогут, то это будет усложнять нам игру, да? Ну как, надо будет больше не только там под ноги смотреть, но еще и... Но еще и наверх. Кредитики. Тут все, больше ничего полезного. Вроде как нет. О. Так, а мне сюда не залезть.
Вот сюда мне, серьезно? Я сюда хочу. У меня сюда не я сюда не помещаюсь. Не, нам реально сюда? Там что-то струечет. О боже. Повторюсь, игра максимально коридорная. Вообще никаких отвилок, да? Он не дает нам вообще никаких. Только один путь. И, как правило, надо везде что-то пытаться пролезть, просочиться, что-то обтереть. Вода. Ага, вижу. Так, у нас там чисто? Да, никого нет. Что-то не посмотрел и решил спрыгнуть. Да ладно. Ах ты хрен моржовый. Давай, забиваем его. Ты смотри, а. Говорю, нет никого. Есть там кто-то. Ну что за подставы лепите, мужики? Или не мужики, я не знаю. В общем, что за подставы лепите? Так, используй силовую перчатку, чтобы... Я сначала не понял, а потом как я понял. А это прикольно. Еще больше функций для нашей перчатки, да? Так, слушай внимательно, Джейкоб. Это вентиляционное отверстие в дальнем углу ведет к переработке отходов. Угу. Так, его поставился реально снять? Нереально. Я хотел по стелсу, а стелс не хотел по нему. Ну как так, да? Вот так и бывает. Отъехал пирожочек. Что там у тебя было? Здоровье. Шикарно. Опа, а там роботы ходят у нас. А там у нас уже ходит робот. Ха. Так, нам куда? Нет, я думаю, надо... Как-то не попадаться ему на глаза, да? Слушайте, ну это прямо серьезно, товарищ. Это нам уже... Нифига не этот... Мутант. Хм. Реально, а по стелсу его можно вырубить? Ой, там шланг ему перерезать. Что-нибудь типа того. Так, используйте оружие дальнего боя, чтобы выстрелить... его только в голову можно, да, убить. Ну, я так смотрю, тут народ уже попытался это сделать. Но будем пробовать. Да, слушай, не такой уж он и серьезный. Я бы сказал, даже вообще не серьезно. Здесь еще и лут есть. Сколько у нас? 4 патрона в него ушло? Нормально. Так, а есть что-нибудь тут еще для нас интересное, полезное? Нет, здесь что-то пусто. Ну там, кстати, что-то еще лежит. Самый главный вопрос. Где там валяешься, драндулет? Расшифровщик с него. Так, расшифровщик. Ну получается тоже для продажи, да? Угу. Понял. Здесь у нас пусто. Только посмотрел еще. Ну интересно. Блин, а? Держись за голову, мужик, я иду. В нон-стопе причем иду. Вот так. Mortal Kombat просто со своими фаталитами отдыхает. Здесь такие добивания, охренеть. Просто охренеть. Мне нравится эта игра, я говорил вам об этом? Говорил. Я прямо реально кайфую. И мне кажется, если вы там не играете или не играли в нее, это одна из тех игр, которую 100% можно смотреть как сериал. Она прямо отлично для этого подходит. Есть и сюжетик, есть и динамика, есть и хорошее такое мощное постоянное повествование, диалоги. Господи, тут есть все. Ну, она такая, да. Для взрослых. Так, полагаю, нам сюда, да? Добрался до трамвая. Свяжись со мной, как будешь в контрольной точке. С
Стой, куда ты пополз? Да ну не так же стоять, ё-моё, ты что делаешь? Как личинка в этой трубе. Тихонечко. Выйти со станции. И последнее. Там есть ловушка, чтобы заключенные не сбежали. Что ты сказал? Не спеши. Ой, не нравятся мне эти звуки. Так, вроде выбрались, да? Я понял. Что-то здесь, походу, прямо мясное творится, да? Сюда идите. Кредиты раз, кредиты... А, боеприпасы. Я думал, кредит еще. Так, смотри, у нас здесь идут рельсы, и там барабаны. И нычки, да, походу? Охренеть! Ну, кто не спрятался, я не виноват. Так, надо поймать момент, да, карман этот. Боже. Но она срабатывает, нет? Он, походу, успел пробежать, да? Но ему в любом случае не повезло. Так, 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 так. Понял, отхожу. Ой-о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 й! Боже, спасибо, это мандулья. Так, подожди, что-то я не понял. А, я понял. Мне надо сейчас ее стригерить, да? Я вот сюда. Давай, родной, давай-давай-давай, я слышал, кто-то вылез. О, да, я слышал, он вылез и больше не вылезет никогда. Разлетающее мясо, это прям отдельный звуковой эффект. Классный вид. Элиас, я добрался, я в контрольной точке. Отлично, подойди к окну и скажи, что ты видишь. Охрененно выглядит все здесь. Ну, ух ты, ну я адский видок. Да, насчет адского ты прав, братан. Надвигается крупная буря, лишь бы нас в ней не закрутило. Да, вижу. И ангар тоже вижу. Это наш счастливый билет отсюда. Да, столько дел перевернул на воле когда-то в прошлой жизни. Теперь кажется, что целую жизнь назад, да? Мы вернемся к прежней жизни. Надо просто следовать плану. Поэтому тащи свою задницу к жилому комплексу. И как мне интересно туда добраться? Ну, никто не обещал, что будет легко. Но верни, я тебя прикрою. А это что еще означает? Я там работал раньше, так сказать, собирал данные. Сделал несколько записей, слов, которые я загрузил в твой мор, активируй их, когда ты подойдешь ближе. Просто следуй указаниям и доберешься до купола. А что потом? Подберу тебя на станции трамвая, проще простого. Ладно, я с тобой свяжусь. Нет, связи не будет, ты будешь по земле. Сигнал появится только у купола. Я так и думал. Может, ты еще что-то забыл мне рассказать? Слушай, шевелись уже, а. Поблизости должен быть люк. И это. Удачи, Джейкоб. Я когда слышу изи-пизи, меня это вдвойне заставляет напрячься. 100% мне это не будет легко, да? Ну что,
спускаемся дальше. Ни хрена, тут лестница. А, тут реально далеко. Жилой купол. Ну, мы вроде как на месте. Так, давайте сразу осматриваться. Ничегошеньки здесь нет. Ничего не подсвечивается. Опять огромное количество труб. Что здесь труячит, шипит, шкварчит. Шея болит нашего героя уже. Боже, это что? Фростпанк? Что за реактор? Ага. Так, ну нашу бургерную я вижу. Она у нас внизу. Ну, получается, нам сюда. Благо, пока никого нет рядом. Ну, я так полагаю, около всяких... О! У всяких производственных точек... Где запись, да. У всяких производственных точек никогда не бывают монстры, да? Поэтому-то и воспользуемся. Что у нас там по продаже? 500. Вот это я понимаю, ценники. Это прямо хорошечно. 799 монет. Так, а что у нас тут еще есть? Патроны есть, энергия есть, хилки есть. Что мы можем купить? Следующее улучшение по 900. Тоже 900, защита с блоком. А здесь у нас что идет? Перелом при блоке. Сломает руку нападающему, если он отразит рукопашную атаку офицера. Используйте с осторожностью. Силовое подавление бунтов. Так, разблокирует новую более мощную атаку. Идеально подходит для экстремальной ситуации, в которой необходим наносимый урон важнее контроля. А здесь 600, улучшенное. Так, увеличивает потенциальный урон оружия, добавляя всем боеприпасам дополнительную движущую силу. Ну, давайте сделаем, наверное, улучшение для пистолета. Угу. Новый ствол. Неплохо выглядит, да? Найс. Но там, видите, у нас все-таки есть какой-то еще квадратик с правой стороны. Он не выбирается. Что-то все-таки мы можем там еще получить. То есть какая-то еще приблуда у нас будет. Здесь все? Получается, да. О, интересно, материал отсюда можем забрать? Да, хилочка. Ну, мы так вроде более-менее уже приноровились со многими элементами в игре, поэтому... Уже хилки... Ну, все равно мы их тратим. Сейчас на карку и профукаем на одного человека какого-нибудь. Такое себе. Но пока у нас запас есть. Небольшой, но есть. Опять длинная лестница. Мы все ниже и ниже, все глубже и глубже. Да, он только что сейчас никто не появился, тут резко. Вода. И один. Так, ну что-то мелькает у нас. Что-то мне подсказывает, нас ждет геморрой. Так что будем идти наготове сразу. Интересно, а как ее забрать? Опа, запись 21. Наконец-то меня перевели на переработку отходов. Дыра. Но ходят слухи, что отсюда можно выбраться наружу. Трубопровод от цистерны 6 идет прямо к куполу. По этой красной трубе оттуда идут стоки. Мне нужно найти ее начало. Угу. О, у нас тут есть ящик. Так, ну здесь уже ясно, понятно. Иди сюда. Сможем забраться? Надеюсь, там сейчас никто на нас не выскочит, а? А то игра в последнее время любит такие приколюхи, да? Не, все тихо, все спокойно. Кредиты. И больше ничего не лезет. А, ну слушай, ну да, таким же образом мы сейчас и заберем ту центральную мандулу. А у нас еще для нее место есть? А у нас места для нее нет. А это на что?
А, она получается за сотку, которая, да? Но мы ее добрать не будем, потому что я не буду не отказываться от ресурсов ради 100-долларовой прибамбасины. Пускай стоит там, ждет своего часа. Не, конечно, можно было бы что-то выложить, сбегать. Все дело продать, потом вернуться. Но это бегать... О-о-о. Пусть мне это не нравится. Что это было? Без понятия. Но в любом случае это что-то не самое хорошее. Господи, ты боже мой. Что это за хрень? И куда нам? А, вижу. Ну? Добиваем. Черт, а? Экономика, патроны хотел, называется. Зато потратил хилку, ладно. Что страшного. А это тело где? А, вот оно, да? Кредиты есть. Ну и вонище здесь, походу. Маркер вижу, да. А это что тут светится у нас? Ничего, а просто как фонарик. Давай, аккуратненько, о. Из одной каши в другую. Там плохой звук. Страдает. Может, надо было оттуда стрельнуть? О! Ни хрена себе. Что это за хрень? Я не знаю. И не хотел бы даже узнавать, и не хотел бы с ней встречаться. Вот вообще, от слова совсем. А это странные звуки. Ага, так, красная труба. А здесь что у нас? Отъехал. А что здесь у нас? А, ну мы теоретически могли бы перчаткой, да? Это же шипы у нас или что? Да, это шипы у нас. Так, стоп, у нас получается здесь подъемов очень много идет. Начинает нас игра растаскивать. Сейчас проверим. Ой. Там странные звуки, да, снизу? Очень странные. Nice. Преобразователь энергии. Так, плюс аккумулятор. Да, он мне не нужен, этот преобразователь энергии. Так, мы его пока выбросим. Возьмем лучше... Просто энергию. По хилкам у нас две. Отлично. Ящик двигается? А, нам туда, да? Короче... Раз нас разводит игра направо-налево, тогда предлагаю сперва здесь проверить все. Раз все-таки голограмма ушла туда, значит и основа будет туда же уходить в ту сторону. Кредитики, здоровье, все забрали.
Да я иду. Без понятия. А, слушай, может эту штуку надо столкнуть? Не. Так, ну у нас она не кликабельная ничего, да? Скорее всего, просто для лута была точка. Уходим. Туда поползем сейчас под дверьми. Других вариантов нет. Давай, не спеша, аккуратненько спускаемся. А здесь что? А, мониторы какие-то. Да, да, получается нам сюда. О, опять ползать. Перчатки, причем в перчатке рука. Сразу комплектом идут. Слишком много кровищи на квадратный метр. Странный звук. Так, там что-то светится у нас. Энергия. Слушайте, ну это прямо... Игра явно к чему-то нас готовит, да? Прямо 100%. Прыщики вижу, а вот на земле не вижу ни одной мамаши. Оу! Ни хрена себе, это что за хрень? И убежал. Пошла. Так. Он сейчас появится. Получается, он вылезает из этих люков, да? Интересно, мы его можем поднять? Хватит нам энергии. Вон он. А, это не он. Это много голов, которые... Так, походу там предохранитель синий, вижу, лежит. Главное, мамаша что-нибудь не ткнуться. Вроде здесь ее нет. А, нет, обычные мешки. Плюс есть еще один предохранитель. Все рядом лежат, даже искать не надо, да? Подозрительно, все слишком легко. Прямо подозрительно легко. Не заперто. Когда мы по нему попали... Когда мы по нему попали, он, получается, уполз, да? В люк и под дверь. Ох, ё-моё. Здесь много всего. Надо лутать. Слушай, а здесь, возможно, даже и не лутать придется. Так, это мы не можем подвинуть. И забраться. А, забраться можем. Так, сейчас, секунду. Надо проверить сперва здесь тогда, что у нас будет еще по выходу. А, ну нас она совсем уводит уже, да? Ладно, тогда рискнем и проверим все-таки это направление. Я думал, вдруг там тупик уже или что-то еще. Не, нифига подобного. Но кровавые следы на стене явно не следят ничего хорошего. Может, какая-то тайная комната будет?
Хотел бы в это верить. Где много лута и всего остального. Который, кстати, мы не можем ничего этого унести, да? Ага. Колдовая. Патроны. Патроны нам нужны. А мы что, можем воспользоваться автоматом? Не, нифига подобного. Так, нет, это не мамаша. Здесь получается, да, просто чисто для лута сделано. Круто, кредиты. Все остальное у нас больше не лезет, да? Ну, если что, знаем, куда возвращаться. За энергией и здоровьем. А, я понял, где мы вышли. Та дверь, которая была полностью залочена, теперь для нас открылась. Теперь никаких сомнений нет по направлению нашему, да? Тихонечко, аккуратненько. Дымычки. Мы сами уже поняли, что они... Сколько у нас патронов? А, не густо. Прямо не густо. Мамаша есть, мамаша есть. Да блин. Ну ладно. А одну кьюху если уже потратим. Тут зато патроны есть. Необходимые нам. И все, больше ничего, да? Ну и патроны тоже уже неплохо. Ну и где ты? Чучело болотное. Сейчас стопудово из люка вылетит. А, не. Напряженный момент, на самом деле. Вроде ничего не происходит, но момент очень напряженный. Месте, да? О, здесь принтер есть. Как-то сможем сейчас его использовать или нет? 400 монет у нас, да? В плане продажи у нас, я думаю, наверное, давайте сделаем патронов. Готово. Так, и у нас еще, да, пачку, наверное, можно сделать. Либо сделаем разблокировку для дубинки. Да, прокачка нам по-любому пригодится. Ну что, патронов, наверное, уже не хватит. Но если бы что, я сделал их. Да, не хватит нам. No money, говорится, no honey. Ладно. Так, усиленная рукопашная атака. Нажмите среднюю кнопку мыши, чтобы осуществить усиленную рукопашную атаку. Усиленная рукопашная атака медленнее, но наносит больше урона. Ими можно поразить несколько врагов и отбросить их намного дальше. Ну, по ходу пьесы разберемся. Понятно. Разобрались. Оу! Какого хрена? Help!
Не буду патроны тратить. Буду просто пытаться как-то раздавить их. Вон там еще мелкие бегают, да? Не успел, ну ладно. А второй? Обрыган мелкий какой-то убежал, да? Так, стоп. Там вылезли, а здесь пароход должен быть, да? О, патроны. Ах, ты не лезет уже. Там надо вернуться, да? Вон туда. Мы все продолжаем идти по красной трубе. Понятно. Неужели никак инвентарь не раскачать, а? Сколько полезных вещей проходим мимо. Слышу. Сильная атака неплохо, кстати, в группе, если добивать, да? Ну, то есть обычную атаку комбинировать с сильной атакой. Давай, идите. Такой закрывает голову. Так, этот минус. Забрали. Не будем их все пропускать. Понятно. Фига тут проходов у нас, мама, не горюй. Очень много. А здесь потребуется предохранитель, да, у нас? Который у нас, конечно же, нет. И где их брать? В одной из этих дверей? В бесконечности? Это что? Кредиты. Еще кредиты. Лестница куда-то нас ведет. Что-то как-то очень много развилок стало. Вам не кажется? О, предохранитель. Так, ладно. Понял, что делать дальше. Ну, к двери идем. Возвращаемся. Там, правда, у нас была еще одна дверь вдалеке. О. Здоровье. Нападаем. Так. Не понял. Оу, понял. Без головы ему явно лучше. Давай, долби его быстро. Что там было у тебя? Ну, куда он ползет-то? Все, отползался, таракан. Тоже забрали. Резко выскакивает, да? Прямо иногда бывает таким лютым нежданчиком. Вон там мне интересно, что находится. А раз интересно, предлагаю сходить посмотреть. Там сундук. Ой. А, это баллон, да? Если сейчас кто-то побежит по этой дороге, надо баллон брать и резко в него бросать. Не просто так он стоит здесь. Ну вот, предсказуемо. Так, все два минус, а этого мы развалим так. А, он уже все, да? Неплохо. Там хилки есть?
Хилок нет. Есть еще модули для продажи. Черт. Может, хилку потратить? У нас сколько там сейчас их вообще в кармане? У нас их с вами две. Я, наверное, пока не буду. Хилки в любом случае дороже. А у вас что было, товарищи? Хилка. Угу. А, ладно. Намек понял, игра. Да, так-то лучше. До фулки поднимем себя, да? Ну, комбо вот так. Отлично. Шикарно, шикарно, шикарно. Бронированно идет все. Оу, как он отлетел. Отлично. Вот пока есть патроны, можно жить. Пока есть патроны. Мы зато выдавили все? Нет, не все. Угу. Очередной безумный переход. Так, ладно, я думаю, тогда, ребятки, на этом моменте давайте я с вами попрощаюсь. И уже увидимся в следующей серии. Очень надеюсь увидеть ваш лайк, абсолютно любой комментарий в поддержку видоса. Обнял, поднял, пока.